aquí. Компания Philips радует своих участников, кто состоит в клубе Philips, различными акциями, ну, а в частности тест-драйвами. На данный момент был объявлен тест-драйв парогенератора Philips. Ну и вчера, в среду, то есть пришла посылка с парогенератором. То есть вот упакован в таком варианте. Пришел при помощи Pony Express. Запечатано. Ну и, судя по всему, летело самолетом. Ну и что радует, что осмотрено, ну и безопасно для транзита. То есть, а вот Домодедово. Поэтому не опасаюсь, можем открыть данную коробку. Так, ну здесь достаточная документация. Так, воспользуемся ножичком. Так, и откроем то, что нам пришло от Philips. А именно, какой парогенератор. Все упаковано, напечатано. Так, вот парогенератор. Для того, чтобы гладить белье, различные по плотности, от льна до синтетики. Причем быстро все разглаживает. Так, нету здесь никаких проблем с переходом на одну ткань, соответственно, другую, с грубой на более деликатную. Ну и даже можно оставлять данный парогенератор на ткани, что с ней ничего не произойдет. Так, тип парогенератора JC7055, то есть паровой удар 120 грамм. Ну и до 340 доходит. Так, давление насоса 6 бар. Паровой удар 340, без риска прожечь ткань, скольжение превосходное, быстрый нагрев, дальше долив воды в любое время, резервуар для воды 2 литра, так, эффективная защита от накипи, напоминание о необходимости очистки от накипи, энергосбережение. Так, замок для переноски существует.
Ну и автоматическое отключение. Причем одобрено не несколькими производителями различной ткани и даже шерсти. Так, ну давайте дальше открывать. Что находится у нас внутри? Очистки. Так, дальше документация. Различные. Так, в том числе есть на русском языке, без проблем почитать. Так, ну и внутри находится парогенератор. Поверхность стимулит плюс оптимальная температура. Так, ну и вот в каком положении он находится. Так, ну сюда заливается вода, соответственно. То есть указаны уровни. Минимальные, максимальные. Так, ну данный аппарат испытаем на различных тканях, то есть как гладит, ну и в дальнейшем результаты теста отдельно покажем и расскажем все положительные и отрицательные стороны данного парогенератора. Всем спасибо за внимание, до свидания, ну и удачных покупок у фирмы Philips.